общем, жалкое и бессмысленное существование. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Да хранит нас всех Господь, с вами Джон Клюкер. Гривова смотрит Масяню, а я решил показать, как я буду делать винегрет. Но винегрет будет без картошки и без этого, без квашеной капусты. То есть вот морковку я отварил, свеклу и лук. Ну, лук не варил, конечно. Лук не весь буду резать. Ну, сколько останется, потом покажу. Потом использую вот такие огурчики. Вот такие. И горошек. Морковку нарезал кубиками. Также свеклу буду нарезать кубиками. Ну а лук я помельче буду нарезать. Вот столько лука я оставил, а столько лука я буду резать. Вот таким образом я режу лук. А это я оставил, хочу сделать поджарку для супа. Приступил к нарезке огурцов. Я всю эту банку буду резать. Ну, все эти огурчики порежу вот таким образом. Также достал горошек. Ну, посмотрел, он хороший попался горошек. Не твердый, мягенький. Вот, посмотрите. Вообще мягкий. Так, сейчас покажу вам, если вдруг у кого-то такой горошек в продаже есть. Так, горошек зеленый Брилёва. Итак, дорогие обитатели YouTube, все порезано, все в кастрюльку я забросил, все ингредиенты. Сейчас буду перемешивать. Так, хочу подсолить, я не солил. Вот сейчас я показываю, сколько солю. Вот смотрите, вот столько. Раз, и еще немножечко. Там картина, это морковка, она сладкая. Ну все, хватит, соли больше не буду. Тут у меня вот смесь красного и черного перца. Ну, тут, наверное, побольше красненького. Но я его буквально так немножечко, вот столько. Вот так вот. Мне даже, наверное, маловато будет. Еще, наверное, немножко вот так вот. Да, и хорош. Так, масло подсолнечное. Вот это беру, золотая семечка. И где-то вот сейчас... Вот столько отделения вот это вот все вылил масло. Может даже поменьше. Подождите. Да, ну вот столько примерно получилось. Все, хватит. Я, наверное, масло даже, может быть, побольше получилось. Но все, хватит. Так, сейчас перемешаю. Опа, одна морковка что-то какая-то не дорезалась, что ли. Горошек я полностью высыпал и с водичкой, чтобы был салат такой сухой, винегрет был. Ну а огурцы, чисто огурцы, этот рассол я уже туда не наливал. Чисто вот водичку от горошка туда налил. Сейчас я тарелочку достану. Ах, так, посмотрим, что у нас получилось. Сейчас немножечко еще перемешаю. Ну вот, в принципе, вот такой вид винегретика получился. Сейчас пробу сниму. Имя отца, сына, стакатуха. Отца, сына, стакатуха. Я перекрестил еду и себя перекрестил. Так. Не пересолил, сразу говорю. Не переперчил, тоже говорю. Лука тоже не переборщил. Ну, я, конечно, все на свой вкус говорил. Вкусно. Вкусно. Морковка такой дает. То, что морковка же у нас сладкая. Спасибо за внимание. И всем приятного аппетита.
Не знаю, если получится, еще дегустацию грибобаса сниму. Что он скажет насчет этого винегрета. Будьте здоровы. У вас первая ложка, да? Угу. Винегрета. Угу. Ну, я хочу узнать, и зрители, наверное, тоже будет интересно, как винегрет. Ну, ты прожуй, прочувствуй угу. Вкус. Сейчас, сейчас. Угу. Вкусно, хорошо. А на соль? Все хватает. Нормально. А на перец? Не порченый, не сильно? Нормально. А лука, лука не переборщил? Ну, мало лука. Даже мало? Угу. Понятно. Угу. Ну, короче, из 5 баллов сколько ты поставишь? 4. А что-то один... А, лук, лук. А, мало лука. Угу. Ну, не знаю, зрители видели, я лука там не пожалел, в принципе. Да? Да. Угу. Ну, ты же ведь луковый джентльмен, наверное. Да, да, да. Вот так. Ну, все, счастливо всем. Счастливенько.